Обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Самарские избирательные участки готовят для голосования по внесению поправок в Конституцию. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, всем участникам голосования будут выдавать одноразовые маски, перчатки и ручки. На входе разместят специальные дезинфицирующие обувь, коврики, а также санитайзеры. Для людей организуют раздельные входы и выходы на участок. Избиратель расписывается в получении бюллетеня и проходит для заполнения специально оборудованное место, которое теперь также в соответствии с рекомендациями не будет оснащено шторками, либо это будет специально выделенный уголок, который также будет, тем не менее, обеспечивать тайну волеизъявления. Для тех, кто захочет отдать свой голос, не выходя из дома, разработали специальный алгоритм действий. Мы будем сами стоять на лестничной площадке перед квартирой, ставить ящик, на него класть пакет, и избиратель уже сам забирает пакет. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 8 утра до 8 вечера. На участке начнут работать уже с 25 июня с 9:00 до 13:00. Проголосовать можно заранее. Для этого необходимо прийти на участок с паспортом. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.